Путин вообще нормальный мужик. Он все делает. Он даже страну защищает свою. Вот это иномарка идет, вот эта грязная война. Там, знаешь, что это? Он за нее борется, чтобы люди не выезжали, чтобы никуда не ходили, дома сидели. Он борется за свою страну. Понимаешь, он борется. А в чем это выражается? Ну, он правильно делает. А что ж неправильно? Ну, хорошо, у нас в России нету этой заразы. Мы все здоровы ходим, как эти. Ну вот борьба вот эта его, она в чем выражается? В каких его действиях? В чем выражается? Он за нее заботится, понимаешь? Он сильно заботится. Он переживает за все. Он хочет, чтобы в стране было все хорошо. Ну как? Ну чтобы люди жили достойно, наверное, да, в первую очередь? Понимаешь, сколько людей погибло, а, в Москве? Мне даже мурашки по коже. Сколько? 2000? Больше? Ну, 2000, там что-то 2500. Да, вот понимаешь, сколько погибло? А думаешь, он не переживает, он переживает. Он молодец, он умница, вообще молодец. Ну, смотрите, вы знаете, да, что в России вся таблица Менделеева есть, нефть, там, газ, да? Да, ну, Менделеев, ладно, это имя. Ну, вот вы сами как считаете, что вы вот живете в такой стране и вынуждены, то есть, вот шариться в помойках вообще? Вы... Я пошла, смотрю, сапоги, я сейчас пойду, отнесу, там вот голодранные есть, я им отдам все, а мне-то не надо. Нет, то есть это как, вы для удовольствия, что ли, какого-то это делаете? Вот смотрю, и лежат башмаки. А кто-то бедный ходит. А, то есть вы одежду ищете, да, там? Ну, так для бедных. Ну, тряпки, вот. Но. О, видишь, вот, можно что-то... Понятно, то есть вы ищете одежду для бедных, да? Да, конечно, вот сейчас пойду я отдам. Не, ну а зачем вы вообще, почему вы этим должны заниматься? Есть, а почему там... я должна, я просто сломил, вон там лежит, я думаю, глянул, там тоже лежит, я не стал брать. Ну так как, а Владимир, там Владимир, Владимир. Голодные ходят, понимаешь? Ну как, Владимир Владимирович, он что, бедных не одевает? Нет. Ну так а в чем его? А что, он пенсию добавил, много что ли добавил? Ни черта он не добавил. Ну так вот видите, а вы же говорите, что он борется. Ну просто я жалею, он знаешь, как страдает. Сейчас очень страдает, сильно страдает. А в чем его страдания-то выражаются? В чем страдания его выражаются? Да. Он любит народ. Он любит власть. Он все знает. Он, понимаешь, умный. Он не дурак, он умный. Ну, вот вы как-то сами себе... Он умный мужик. Я не знаю, насколько он там умный или нет, но просто в чем вот выражается его забота о народе, если вот вы ищете там для нищих людей там в помойке, ну, одежду. Вот я вижу, вот лежат, я вот сейчас пойду и отдам. Ну, это я понятно. Знаю, кому отдам. Понятно. Так вот, вот этого Владимира Владимировича забота о людях, она вот в чем тогда выражается, если вы сами вот заботитесь, ну, о других людях? Ну, чтобы не было этого вируса этого конченого. Это же вирус, это же ужас, чума вторая. Это правильно говорю, чума вторая. Помнишь, была чума? Испанка была 100 лет назад. Ну так ох, сколько людей помирало. А сейчас сколько помирает? Ну тогда и болели миллионы по всему миру. А у нас вот сейчас не... Вот у нас в России хорошо, никто не болеет. Ты не болеешь, я не болею. Мне это надо, не надо. Так может мы переболели уже просто? Нет. Почему нет ты? Нет. Я чем-то болел там в марте месяце, 2 дня температура была, и все, потом прошло. И... Не, у меня температуры нету, просто жарко, а температуры нет. В общем, вы поддерживаете, да, Владимира Владимировича? Да, это хороший мужик. Дай Бог ему здоровья, пускай еще у вас. Всего вам доброго. И вам тоже. Спасибо.